Пока ознакомлю с правилами режима. Мы с вами в карантинном режиме находимся 14 дней. В этот период вам запрещено выходить из ваших жилых помещений. За выход из дома у нас налагается ответственность. Вы уже знаете, что у нас действует служба доставки. Сегодня мы с вами про эти вещи проговаривали. По доставке магазин «Гринвич», а также аптеки готовы предоставлять вам продукты питания за ваш счет. По доставке, сегодня я уже получила вопрос, можно ли приносить корм коту. Давайте сразу разберем. Все можно заносить, за исключением алкоголя. Выносить из дома ничего нельзя. Корм коту, котлеты от родителей и так далее вы можете передавать через наш пост. Пост находится рядом с вами и действует все 24 часа. Три специалиста постоянно находятся с вами. Их контактные телефоны.